Приветствую вас, и давайте попробуем разобраться с проблемой, которая у вас имеется. Вы пишете о том, что стесняетесь при знакомстве с девушкой, и говорите о том, что началось стеснение. Заметили вы, что стесняетесь только вот после развода. Пожалуй, нужно сказать, что любое стеснение это, по сути, любое стеснение, это, по сути дела, неприятие себя. То есть, неприятие ваших каких-то характеристик, недостатков ваших определенных, значит, сторон в себе, а также вследствие сомнений в себе же. И определенно, что этих сомнений у вас ранее не было, а после развода они появились. И для начала вам необходимо разобраться в том, что изменилось у вас после развода с вашей женой. Потому что развод – это очень серьезное психотравмирующее событие. И, соответственно, психотравма была способна поменять ваше отношение к себе. То есть, сперва нужно разобрать причины и следствия развода, а дальше будет понятно, почему вы стесняетесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!